Что, Никита, что ли? Никита! Русский президент! Привет! Лиса первого спорта! Здорово! Выключаю камеру. Привет, Никита! Рад тебя видеть так. Ну вот, пошлем, что надо. Это он хорошо. Когда улетел? Да он у тебя фотографии или у тебя видео? Да и видео, фотографии. Он вчера вечером это самое улетал. О, вот мы с Никитой наконец едем. Вот это его хозяйство тут. О, американский флаг. И не один даже. А русский флаг есть? Если у тебя есть, будет очень интересно. У меня есть, только у меня есть. Маленький, да, есть. Посмотрите, ваша Российская Федерация. Российская? Лига радного, лег и радного спорта. А, вот это вот. Речка течет во Флориде. Деревья, конечно, необычные. Не такие, как у нас. Никита говорит, что здесь и крокодилы водятся. Может быть, и увидим. Но впасть не хочу. Ну вот. Здесь, говорит, крокодилам нету. Вода 21 градус. Ну, сейчас после дождей немножко грязноватая. Вот. Но панорама красивая. Такого нигде не видим. Ну, деревья в воде. Last Sunday it was much better. So much better. So the main basin was about 20. Вот так утречком. Никита лето пугает. Никита. Заморозился. Каратун. Замерз. Вот это его внутреннее убранство. Чего тут только нету. Всего вплоть до американского флага. Там он спит. Здесь компьютер. А здесь вот он, Mercedes Sprinter. Как по-вашему Sprinter? Dodge. 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 Ну вот. И мы на Dodge ездили. И вы на Dodge ездили. Да. Вот здесь вот есть написано самое главное. Угу. О, Sprinter, пожалуйста. Sprinter. YouTube. Русалки и самые красивые девушки. Welcome to YouTube. Это сейчас стоит его Mercedes. Вот это как бы водолазный центр, где народ приезжает и ныряет в местном озере родникового происхождения. Утро, солнце светит ясно. Это в этом вагончике я спал. И сейчас это мое место жительства. Ну так посмотришь, как где-то приблизительно в горячем ключе. Обстановка. Здесь шоп. Вот это лучший друг Никиты из Уругвая. Никита поехал сюда менять дислокацию. Вот так живут. Точно как где-то в Краснодаре под горячим ключом. Ну, немножечко, может быть, пошикарнее. Но особо шикарно ничего нет. Сегодня суббота, народ съезжается. Отдохнуть, понырять водолазы. Is it oxygen or air? Air, pressure air. Отнес баллоны, я так понимаю, на перезарядку пустую. Ну, здесь народ. Все, и сервис, можно что-то купить, что-то продать. В основном, конечно, купить. Ну, конечно. Американский флаг. Это камера. А ты на камеру снимаешь? Да. Вот мы решили с Никитой, он пробежаться, а я прокачусь. Это камера, на которой мы смотрели на подводно-воздушную, как он назвал ее. Можно снимать на пару. Это я все на ходу делал. И вот мы побежали и поехали. Поехали, мне проще крутить, чем бежать. Никита повез по своим заповедным местам. Ну, пару слов для прессы. Сергей Дашевский форсирует водную преграду. Нет, водную преграду он не форсирует, он ее просто объехал. Сергей Дашевский штурмует мост во Флориде. О, смотри, заехал. На простом лесопеде заехал. А назад слабо?
даже без рук умеет. Ова. Сергей Дашевский штурмует горную реку во Флориде. Давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Форсирует мост в горной Флориде. Очередной мост. И это последний в нашем районе. Вау! Привет! Давай, 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 крути! Привет, крути педали! Подъем на гору! Поднялся и исчез в тумане. Ну, народ печенечок готовит. Обыкновенный.